Вот наш мозг говорит: слушай, хочу быть хорошим, чтобы меня все любили, но ничего делать не хочу. Ну, он такой, я его понимаю. Вы сами свой мозг должны понимать. Вы что-то хотите делать, чтобы вас любили-то? Или вы хотите, чтобы вас любили просто так? Ну, просто за сам факт. Я думаю, что все хотят просто, чтобы их так любили. Но умом-то вы понимаете, что, в общем-то, это вряд ли. Да? И дальше сознание говорит: а мы и то поделаем, и это поделаем, и это поделаем. И мозг такой: о, ну точно, сейчас любви будет вагон. Значит, вы лежите, они приходят и говорят: и где счастье для нас? И вы такие: они ценят нас, не любят. Мы столько про них хорошего думали, столько им хорошего хотели сделать. Почему? Потому что они сукины дети. И когда они все сукины дети, мы все довольны. И мне не надо их любовь, пусть не любят меня. И так далее. Вот. И это вот то, как наш мозг вот создает эти игры, это особая пьеса. И если мы будем дальше на это покупаться, мы, конечно, не то что с дивана не встанем, мы как бы диван еще залезем.